Ну что, здравствуйте, всех приветствую. Мы продолжаем проходить с вами GTA San Andreas Definitive Edition. Собственно, у нас есть миссия красавчик, как я знаю, это вроде финал. И чтобы серия была не короткая, да, мы сегодня с вами позахватываем чуть-чуть территории. Я вот уже, видите, какую-то часть захватил здесь, видите, в игре территорий. Но нужно больше, так у меня вот сейчас сюда пойдем, наверное, вот сюда пойдем. Вот, собственно, да, и как я прочитал, да, сейчас в интернете, по звонку Свита, будет понятно, достаточно территории мы захватили или нет. Поэтому, Саша, подобнее надевать пледик, взять там прям чипитик кушать, прям чипитик в пить или пить при этом просмотра. Если ты не смотрел прошлую серию, ссылочка в описании находится на плейлист, собственно, да, с полным прочтением данной игры. И если ты с компа смотришь, там вверху справа будет такой восклицательный значок. Нажми на него, там будет прошлая серия закреплена, да, в подсказках, и плейлист. Если ты смотришь с телефона, или у тебя нет вообще там вот этого вот значка, вот этого, да, круглого такого, с восклицательным знаком, спусти чуть ниже описание, там будут прикрепленные видео, собственно, да. Первые два, там первый видос будет с прошлой серии, да, и второй это будет плейлист с полным прочтением данной игры. Вот, а мы, собственно, начинаем. О, привет! Так, ну что, собственно, короче, давайте дальше захватывать, чем. Они, в принципе, легко захватываются. Спросите, почему у тебя 92 тысячи? Ну, я тут уже, да, как бы заново закупался, грубо говоря. Я при захвате территории, типа, CJ все, ББ, нахуй, и я заново закупался, собственно, да. Ездил заново за миниганами. Да-да-да, поэтому я аккуратничаю здесь максимально. Так, ну давай поехали, еще надо захватить несколько территорий, собственно, да. Где? Вот самая, знаете, проблема, они вот сделали эту тему, да, что, ну, захват территорий в игре, но этих балосов, чини балосов, хер найдешь. Честное слово, блядь, что это? О! Окей, let's go. Ух. Так, сбоку. Подожди, мужик. Так, ну, да ты смеешься, блядь. Где она? Ну, какая-то такая странная локация у нас с вами. Где-то один еще бегает. А, машина? Один убежал, блядь. Вторая волна прошла. Бля, все, закончились патрики, бля, надо бы ДМ-ку закупить еще раз. Они кончены, они убегают. Они убегают. Ничего, какой-то бред, блядь. Какая-то хуйня полная, блядь. Че, за ним должен бегать, что я не пойму, блядь. За ним бегать, что ли, нужно, или что, блядь? Ребята... Это наш террорем, погнали дальше. Сразу моментом. Погнали, next, сюда. Сюда надо. Сюда. Вот сюда нам теперь надо. Так, let's go дальше. Нигде они. Ну вот, наверное.
Здесь ж пойду, чего? Первую волну мы отразили. Здорово. А почему они оттуда бегут? Странные типы, конечно. Да, стой, подожди, не считается. Ты мразь, бля! Вот так вот тоже бывает. Давай загрузим хули. Ай, бля. Я в шоке просто. Короче, давай бортков собрать. И погнали. Погнали. Конечно, они тоже, они бесполезны, конечно, тоже, но ладно. Хоть что-то, чем ничего. Сейчас мне занять МК, давайте МК закупим еще больше патронов. Ну, чтобы вам хватало, да? О, в 3,5, да. Я думаю, что хватит нам. Миши. А, ты один остался? Здорово. Ну ладно, погнали-то вдвоем. Так, ну погнали, что дальше? Да туда наверх. Опять же, да. Телевизор носит, ебать, что? Так, я вот сюда сразу. Где-то, короче, здесь они должны обитать. Эти балосы. Че, нужно было бы заранее их захватить, да? Тем более районно. Суждаю, конечно, такое осуждаю, но... Смотри, их нету здесь. Ну вот, сейчас есть. Где еще? А где еще? Вот смотри, видишь, они сделали, а балосов нету нигде. Хер найдешь балосов сейчас. Где баллас-то? Ребята, что тут? Где баллосы? А, вот тут. Поехали. Куда сейчас пойдут? О.
Угу. Бля, вот эта хуйня мне очень мешает сейчас. Классно. И наверх кто-то убежал там. Я худею. Ну, типа, вот это коряво сделано, как по мне, типа. Ну, видишь, они просто убегают, должен за ним бегать, блядь. Ну, это, типа, глупо, как по мне, сделано. Довольно-таки. А теперь сверху чисто пойду, то ли. Смотри, побежали опять, не видишь куда? Ну это что за пиздец? Я просто в шоке с этой хуйни. Ну типа, вот видишь, вон вся братва, вон братва, вон, видишь? Побежала, блядь. И круги наворачивают просто, с кайфом. Бегают просто. Просто бегают им так, по кайфу просто, понимаешь? Ну полицейский ходит вообще все равно. Ну где еще появится? Сузер наш район. Ну и хорошо. Шиброни заберем. И давай next. На собратков поймем хотя бы. Хотя бы одного. А, ну ББМ. Погнали желтую туда брать еще потихонечку. Охуенно. Чего NPC-шки сами не могут с этим разобраться, типа? Ну это да, это такое, согласен. Это типа, ну, не совсем до конца продумано, как по мне, вот эта вся тема. Могли до конца, ну могли реально, могли сделать так, что типа если идет захват каких-то территорий, то типа NPC-шки пусть сами разбираются, типа, ну вот банда, которая у нас есть, вот пусть они сами с этим разбираются, нет? О, он не идет. Поехали. Все серьезно. Я не знаю, сколько здесь, ребят, нужно заходить. Говорит, что типа штук 20 нужно заходить районов. По идее. Сок на самом деле, я не знаю. Охуенно. Все хорошо у вас. Заново нахуй, я рот его ебал. Да не можно было бы использовать хисаям, типа можно было и нужно было, но посмотрим, короче, сейчас если пойдет так себе, ну что, придется что, а нам заново идти, охуенно. И поехали, ладно.
Дяня. Эти балосы. Капец, да, что ли, на улицах? Надо было реально заранее делать. Было бы проще намного. И все? А где еще? Шибротков, кажется, возьмем. Пацаны. Застрял. Просто игра прям... Ну, у меня есть уже мнение свое. Я же в финале скажу. Сомнение об этой игре. Оно уже есть 100%. Куда вы побежали? Стойте, блядь. Ребята, стойте. Что, 8-7? Вот, а где мне балосов искать? Типа, мне бы ходить просто по всему, по всей карте искать их, блядь, нужно. Что-то не могу понять. Какие нужно нажать, пока не заспавнится, блядь, эти балосы. Ну, как по мне, это бред ебаный, честно. Надо было М-ку закупить, ну ладно, сейчас поедем закупим. Да иди ты нахуй, блядь. Слышь, блядь, мразота ебаная. Да, очень долго перезаряжает он. Блять. А, этому похуй. Ну ладно. Мы вообще все равно, ребят, вообще все равно. Смысл весь, от них тут вообще никакого нету. Пошли за броником быстро, бегаем. Ух ты, блядь, нихуя у вас тут, ребята. А вас не дохуяли здесь? Я в ахуе, ребят. В этом плане рокстаровцы молодцы, молодцы. Красавцы, вообще красавцы. Блять. Я в шоке просто нахожусь сейчас. В полнейшем причем. Вот где, блядь, где вот моя братва, да? Вот, а вот стоит все. Поехали. Сделай мне хотя бы, типа, понял, ты... Ты вот их берешь с собой, типа, да, банду свою? Делали бы они хотя бы, ну, типа, ну, умнее, может, поумнее, типа, NPC же, потому что, ну, это пиздец, они просто стоят тупо и все. Только когда вблизь уже подбегают, то там, да, они начинают. Поэтому, может, ты поедешь, блядь, с нами? Видишь, что тупо стоит, ну, типа... Я понимаю, я понял бы, если... Бля, охуенно. Я понял бы, если это была бы, знаете, классику, если мы проходили, да, то есть, ну, игра старая, да, понятное дело. Но это, блядь, ремастер! Ремастер! Они могли бы исправить все это дело. Могли, вообще спокойно. Но забили хер. Молодцы, молодцы. Ну, в финале я скажу с сомнением. Как раз там, говорю, нужно вот эти... Все захватить. Чтоб нас с вами, собственно, открылось. Последнее задание. Поднимемся. Просто трэш. Да, расскажешь.
Okay, man, what's going on? Поехали, мужики. Ну, а двое осталось, прикинь. И то... Ты сядешь, блядь, или нет, нахуй, машину? Блядь. Я в ахуе нахожусь, реально. Просто в шоке нахожусь. Но тут сложнее, да, тут в том плане, что, видите, весь город в бешенстве. Из-за этого сложнее, конечно, блядь. Надо было это заранее делать, тогда было бы проще, я думаю. Сейчас, пацаны, подождите, дайте сохранить хотя бы. Сейчас быстренько сохранимся с вами и погнали. Чё. Да уж, да уж. Так, двое, да, за нами? Чё, больше? А, вон ещё братки, погнали. Погнали, пацаны, let's go. Ну вы сядете или нет, долбоёбы? Вы кончалоги или нет, блядь? Я не пойму, вы конченые или да, блядь? О, боже. О, боже. О, боже. Погнали, снова на верхушку. Попробуем снова. Посмотри, если сделали такую систему, то, блин, сделать так, чтобы ты вот проезжал сюда, и они спавнились, да, хотя бы быстрее, блин. А не то, что ты бегаешь за ними. Плюс они убегают еще, это вообще что такое? Они просто убегают. Стоям бы, ёпта. Один готов. Видишь, их просто по одному. Кучки нету никакой. И где мне, блядь, их искать сейчас? Бегать. Просто нужно, понял, их искать, бегать. Опять снова. Ну, это вообще, ну, типа, это... Непонятный мув. От Rockstar, блядь. Где их должен найти, блядь? Где? Где? Иди ты нахуй, ёбаный, блядь. Давай ты мне сейчас всю броню еще снимешь. Хули тебе ж похуй. Все, иди в пизду отсюда. А что взорвется? Брони ноль. Заебись. Заебись. Классно. Как здорово. Что мы остались тут вдвоем. А, эти, ну я один тут остался, заебись, блядь. А, ладно, давай быстренько сейчас сделаем. Бля, я сейчас не смогу без, ну, без кода, это, чит-кода, да, сделать. Выполнить. Охуенно, мужик, ну я перезаряжаюсь, блядь, у тебя есть совесть, блядь. Так, погнали. Быстренько за хпшечкой, потом, за, блядь, броня в другой стороне находится, ну ладно. Сейчас оттуда пойдут. Вроде вот оттуда должно. А, сзади нас. Ну ладно. Где броня-то, блядь? Здесь нет брони. Где? Брони нет, да, у нас все. Все. Ой, блядь. Случайно, мужики.
Тихо, 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 тихо. Бля, им похуй или что, блядь? Я не пойму, вам похуй, ребята? Просто, видишь, бегают и похуй им вообще. И те, смотри, видишь, и те убежали просто. Просто убежали, блядь. Да. Я в шоке просто. Просто, видишь, надо за ним бегать, хуля. Просто боты убегают. Все, это наш террорайон. Наконец-то. Поехали. Сохранимся снова, да? Да, я думаю, лучше поехать сохраниться. Нахер. Взять братву с собой снова, да? Вот, на. Ну, да, если сейчас... Да, с собой сейчас возьмем их. Таямба. Let's go, пацаны. Поехали. Ну, а здесь сейчас будем их искать. Где? Извините, я занят чуть другим, блядь. Вот видишь, нападают еще. Ты вот делаешь, нападают. Погнали, решим с этим вопрос. Там же, блядь, NPC-шки нет, да нихуя. Ну, они же не решат нихуя. Ну, хули, блядь. Вон, видишь, вон, блядь, ходят нахуй NPC. Да похуй, похуй, вообще все равно. Вообще без разницы. Ты должен сюда приехать. Ой, блядь, боже. Ну, пацаны, хоть что-то сделайте. Пошли он ту возьмем, братва. Пацаны, стоям бы. Погнали. Погнали, пацаны. Стей, братва, собирайтесь, забирайтесь. Чел, ты, блядь, залезешь или нет в машину? Я орирую. Как ее покрасим быстренько? Ну, здесь надо, так понимаю, еще. А он не ходит. Да, молодцы, Рюксарс, молодцы. Ну вот, ребята, когда мы это. Написано, что нельзя активировать щит, когда нельзя здесь разблокировать достижения. Это когда я это на воздух использовал, поняли? На кислород бесконечно. Ну еще где? А вон он бежит. Дура ебаная, иди отсюда. Где еще? Где еще? Май, здесь балансов нету. Нормально. Всю броню мне просто взяли и ебали. Нормально. С кайфом вообще. Где эти балансы? Вы где? Ну где хоть кто-то? Вот я просто орирую с этой херни, реально. Да идите нахуй, ебаный в рот, блядь.
Где, блядь? Вот где мне их найти? Где мне их найти? Где мне их найти, блядь? Вот где? Блядь, серьезно, нахуй? Давайте мне все... Блядь, вы... этим похуй? Идите нахуй, ебаный в рот, блядь. Где мне их найти? Вот где? Нахуй, пошли, блядь. Ну, зато у нас бампера зависают в воздухе, да. Пизда там. Классно. Бля, ну это будет, конечно, долго, очень долго. Я в шоке чуть-чуть нахожусь реально. В общем, давайте сделаем так. Давайте сейчас я попробую захватить все районы, сколько можно, да? И включусь, когда поступит звонок в этой игре. Наконец-то! Наконец-то! Ура! Карл, ты разовчик. А еще что, ты нашел базу? Там на чекать балл смогут развелись языки. Теперь он наш. Он скрывается в Лос Флоресе, в восточном Лос-Антосе. Погоняемся, Джей. Наконец-то. Ура! Наконец-то! Ура! Ребята, все, миниганчик нам понадобится. Так теперь нам нужно снять сначала амуницию, да? А, вон, нет, есть. Все здесь есть, хорошо. Опа, бронежилетик. Добрый вечер. Наконец-то все, теперь можем проходить последнее финальное задание. Ну, вот это, конечно, это бред прям полный. Ну, то есть, если делать такую механику, то нужно ее допилить прям максимально, чтобы, ну, не было, блядь. Чтобы не было таких моментов, да, вот как которые здесь есть. Там уже ремейка не могли это допилить. Но им это не нужно, видишь, казалось. Как-то так. Как-то так. А будет машина хоть одна? Ну, стоямба. Да, давай сохранимся с тобой. А что ты тут стоял-то, блин? Что-то здесь стоял, что-то делал. Все, покедово. Все, сохраняемся наконец. Видишь, не пришлось использовать чит-код. Я реально хотел. Но я понимал, что сейчас либо сейчас, либо все. Либо чит-код. Либо сейчас без чит-кода пройдем, либо с чит-кодом. Так, ну что, готовы? Погнали. Финальная миссия. Разговор окончен. Ну что? Пришло время заняться паровозом. Ладно, понеслась. Поехали. Some old apartments and a warehouse. He as good as dead, then. I can't believe you bought that same bucket ass car. I ain't gonna say I told you, if it ain't broke, don't fix it. So this is it, huh? Johnson Boy, short shit. Yeah. Nervous? Yeah. Me too. Me too. Так. Послушай, я знаю, что тебе самому не терпится, но я пойду туда один.
Чё? Порвал, использовал меня. Темпа не использовал меня. Они нас всех использовали. Да, но ты прав. Я был соклом, кинул семью, когда во мне нуждались. Черт, я даже позволил умереть Брайану. Grove Street, baby. Yeah, for the Grove, baby. Hey, if you need me, если что знаю, я на готове. For sure. You always been there for me, man. Ну, let's go. Финальная. Ребят, финал. Финал. Давай сказать, как хорошо охраняется. Проникнуть внутрь можно только не путем. Но это дверь заперта. Протаранить. Да, это финал, ребят, все, это финал. Что, блять? Угораете? Что? Поехали. А где она стоит-то? Аж туда надо. Боже. Не надо, брат. Пожалуйста. Пока. Ох, сейчас будет очень сложно, наверное. Хотя не факт. Шток, что протаранил, нет? Ну что, готово, ребят? Миниганчик не просто так брался, не просто так копился. Первый этаж охрана. Да. Yeah, тут еще бегает, я слышу. Так, вот здесь сейчас будет стоять мразь. А, сейчас здесь выскочит. Так и знал. И здесь должен быть еще, по идее. Что, Биг Смок, я иду за тобой. Финал, наконец-таки. Наконец-таки финал, ребят. Это же не прям долго, да? Ух, ебать тут вас. Ребята, вас тут не дохуяли, блядь. Так вроде всех нет. Где он? Oh, you gangster, huh? Ну вообще похуй, да? Так, а для чего мы это делали? Из броня же должна. А где броня лежит? Блядь, темно, пиздец, конечно. Где ты, блядь?
Это наверху, короче. Ну, проход через отсюда, да? Вроде да. Да. Так, ладно, let's go next. Второй этаж. Сейчас вот тут будут. Че, меня гигантчик просто так, что ли, копил? Как хорошо, да? О, как хорошо, ребята. Так, сверху. Ой, не дохуя ли вас здесь? Как хорошо, ребят. Просто все ходишь славненько. Так, а здесь броня должна быть, по идее. Что, блядь, откуда нахуй? Откуда ты, блядь, мерц? Блядь. Хорошо, блядь, хорошо. Хорошо, 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 хорошо. Так. Где яркость дополнительно? А, вот так вот нет. Где яркость поменять, ебаный в рот, блядь. Игра ебаная. Я вот все, извиняюсь. Ебаем. Сейчас все будет. Поехали. Да, первый этаж, погнали. Так. Так хоть более-менее виднее стало. А ты еще здесь? Давай, мразота, я знаю, что там. Так. Наверх съебался, да? ХПшечка. Хорошо, хорошо. Поехали, next. We ain't busters, fool. О, не, так не пойдет дело, ребят, так не пойдет.
Откуда? Где? Я его просто не вижу, блядь. Там никого, блядь. Он призрачный, что ли, или что, блядь? Где? А он. Так, вот это хуйня полная, честно. А нам в любом случае туда идти. А, во-во-во, понял. Понял откуда? Снизу. Снизу. Стреляли. Бля, хпшечку бы, конечно. Давай, мразь. Давайте, 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 давайте. Ой-ой-ой-ой. Можно спокойно хпшку заберу, пожалуйста, и все. Души. Так, третий этаж, комната для баллас. Next, let's go. Здесь будет баллас у нас, да? Ой, бля, этого я не ждал, кстати. Это я, кстати, не ожидал. Блять. Чё-то дохуя у вас, ребятки. На один квадратный метр, знаете ли? Да. Тварь ебаная. Бля, мне всю броню вынесли опять. Ёбаный враг. Короче, пизду. Погнали. Да где, блядь? Мразь ебаная. Подожди, а тут ничего разве? Здесь хилки у нас нету с тобой. А вон хилочка, я вижу. Я же не просто так, правильно брал ее. Вот он, вот она, ребята, финал. Hey, Smoke. Hey, CJ, I was wondering when you would show up. How'd you know it was me? Knew it was my old dog, CJ. Knew you was coming. Я ведь знал, что ты идешь. Мне это было плевать. I'm here to take care of your fat ass. Я для того, чтобы заняться тобой, толстый задой, а потом займусь своими дружками с полицией. Где они? Man, you and Tenpenny. Man, fuck Tenpenny and fuck his Polish lapdog and fuck the police, man. Oh, that's old shit. Look at you, you got the whole world. I ain't got no regrets, man. Smoke, you have. Пожалуйста, у меня получилось уже, я добился успеха. Я непобедим. Мне плевать, мне на весь мир наплевать, что с ним случилось, чувак. Какого черта тебе разве не все равно? Думаю, что нам лучше покончить этим дерьмом. Ой-ой-ой, что-то у вас тут дохуя, нет? Поехали. Миниган не просто так брался, ребята. Help me.
А где он? Что за хуйня? А, вот он где был. Он телепортнул с кого-то хуй, прикинь. Не просто так миниган брали, не просто так. Сюда, блядь. Но, кстати, легче всего оказалось. Что, Зинару? Ага. Я завяз в борьбе за деньги и власть. И теперь уже похрена. Чёрный чувак. Почему же ты просто не вышел из игры? Мы были как одна семья, кореш. У меня не было выбора, я не мог иначе. Я просто увидел шанс. Когда снова все будут помнить мое имя. Паровоз. Да уж. Ну, кстати, он легче всего оказался, самое интересное. Не просто так миниган брали, не просто так миниган брали. Что же это так? Опа! Кажется, дружище. Я прошу тебя об еще об одной услуге. Тоби Пласки, теперь еще этот тотосо... Козла, хрен тебя остановишь. Бросай оружие. Ты не уйти живым, понял? Нету братица. Чего же ты просто не выстрелил мне в спину? Страшно стало, а? Открыть свою пасть, дурак, и давай грузи сумку. Чего здесь некогда мне с тобой заводиться? Ну и как тебе темп, не, а? Один, одиночник. Никому тебе прикрыть. Дерьмово, да? Некому. Чего ты это решил, что я один? Снаружи меня ждут двое новичков. Но я буду раскрывать им глаза постепенно. Немного правды здесь, немного правды там. Ай, мне еще пожарную машину успеть надо. Ты псих, у тебя съемка же съехала напрочь. Сейчас полгорода охотится на полицейский Фарл. Да я не хочу, чтобы вытащил из патрульной машины и забил вас на терроризированную толпу. Нет, только не сегодня. И куда торопишься на самолет? А это правильный Карл. Знаешь, когда-нибудь ты еще скажешь мне спасибо за то, что я с глаза тебе раскрыл, мать. О, чуть было не забыл, Карл. Настало время умирать. Красавчик! Что? Ничего еще не кончено, Карл. И пошел, смотри, просто спокойненько пошел. Быстрее отсюда выбираться, давай. Где выход, блядь? Вот смотри, похуй вообще, анимация у него, блядь. Кто-то анимированный, блядь. Ща. Вообще похуй, мужик. Вообще поебать. Шо? Как? Чё с ебалом, а? Чё с лицом? Хорошо все? Так, броник. Поехали, блядь. Все хорошо. Сука, где ты? Где он стоит? Мразь, где ты, блядь, стоишь? Да я их не вижу, блядь. Ну так нечестно, если честно, в курсе? Что так нечестно, вы в курсе, блядь? Ну, блядь, так нечестно, нихуя, я их не вижу, ни хрена, блядь.
Сейчас нахуй отсосете, блин, моментально все, блядь. Ушел, блядь. Поехали, блядь, к этим мразям, нахуй. Поехали. Блядь, все хорошо у тебя, блядь. О, смотри, анимирование снова, блядь. Давай свою анимацию уже. Не просто так, блядь, брал миниган, нахуй. Так, поехали. Поехали. Что, нормально? Все хорошо? А вот чел стоит. Где еще? Вроде как здесь больше никого, да? Вроде как больше никого. Пам-пара-пара-парам, пам-пара-пара-парам. На-на-на-на-на-на-на. Блять. Прошу прощения, мужик. Блять, что ты делаешь? Блять, 3 минуты у тебя осталось. Скоро, а как оно, как его потушить, блядь? Пиздец. Оно не тушит, самое интересное, блядь. Ну, броню возьмем. Кто там? Кто? На, ёпты. Что, все хорошо, да? Ну, чё с лицом? Чё с лицом? А? Что, когда папочка взял миниган, чё? Страшно стало, да? Бля, куда побежал, ёпта? Сладенький, куда ты побежал? Чё такое? О! Где? А, вон, вижу, мразь стреляет. Не, ну они, Роксарс реально молодцы, согласны? Классно сделали, да? Реально классно сделали. Бля, вот так на самом деле проще даже. Поехали. Их так проще даже увидеть. Намного проще видеть их так. Да, с Донни моментально еще стреляют, заебись. Классно. Так, пошли вон там хпшку возьмем с тобой. Да даже про... А чё мне говорят, возьми ночное видение, блядь. Да он не тушит, он не тушится, блядь, что за хуйня? Да, попробуем еще раз.
Да в пизду, он не тушится нихуя, блядь. Вообще не тушится, блядь, самое интересное. Да иди ты нахуй, ёпт. На-на-на-на-на-на. Вот как потушить? Вот смотри, я тушу стою, вот. Он даже не хочет тушиться рядом, видишь? Вон, смотри, снова видишь, вон, снова видишь, идет воспоминание. Все, пизду. На-на-на-на-на-на-на. О, броня появилась. Не, так даже проще, ребят, без ночного видения вот этого шоу. Новомолодного. Чё ты хочешь там, а? Кого ты там? Я забыл про вас, ребят, чуть-чуть. Ничего страшного. Блять, у него анимация, смотри, он анимированный, блядь, чел просто. Так, он челики. Суки. А вон, блядь, тварь ебаная. Анимированные, блядь, челики просто. Ну что, ББ, блядь, да? Все? Так вот здесь может быть. Вот смотри, я тушу, хорошо, вот я тушу. Но все, оно разгорается, блядь. Все равно разгорается, что за... Не, хорошая игра, я считаю, реально классно сделал, ребята. Просто, ну, Rockstar все реально классно сделали. Ну, в натуре классно, в натуре мужики классно сделали. Поехали, ёбаный раз, шо, блядь. Ну шо, что не так-то у вас, ребят? Ну что случилось? О, вот он побег, смотри, вот он бежит, смотри, о. То давайте после мерси вернемся, посмотрим, где осталось вот это вот пробоина в стене или нет. Я думаю, нет, не останется вроде как. Тема, я туплю, кусок дерьма. Пацанчик, не надо. Поехали. Так. Все, сложную часть мы с вами прошли. Осталось не самое сложное. Хотя... Очередь нормально. Нам нужно было машину, что ли, да, чтобы машину он запрыгнул. Ну, я рядом еду. Да, эту миссию проходился тоже, ну, когда классику проходил сам. Классику проходил, я ее не с первого раза проходил эту миссию. Вообще не с первого. Я этот момент тоже не с первого раза проходил, вроде как. Он ускоряется тоже, блядь. Так, ну нужно поймать его, ну.
Нормально. Хорошая игра. Пиздата. Найс, мэн. Найс. А что нам нужно делать? Надо его поймать вроде как, да? Нам надо поймать его. Да, он уже 100 раз мог, он прыгнет просто все. Но я не могу угнать, мне Рабиш сама не дает его поймать. Красавчика. Вот, полезло. Сейчас подъеду. Блять, успею. Вот этот момент. Все, давай. Едем. Одна ж машина, окей. Вот, ребят, финал какой. Хорошо, я доверяю тебе. Ну, смотри, спокойно люди ходят, просто спокойненько ходят все. Классно. Ну, за мной темпа не едет куда-то. Уезжает нас темпа не куда-то. Ой, очень плохо очень. Так, ну когда едем, смотришь. Ну, смотри, люди просто ходят, куда-то бегают, что-то, ну. Реализм. Вот он, финал. Бум.
Так, давайте смотреть. Давайте, друзья, я всех вас замочу. Вы мои, мои, я хозяин этого города. Хозяин этого города, он сказал. Эй, сюда, эй, ты полицейского ранили. Ну уже, эй. Эй, дурки, вы никогда не понимали того, что я делал. 50 таких, как я, и с этим городом все было бы в порядке. Я очистил город от дерьма. Я это сделал. И я бы сделал все это снова. Не надо. Ночью, мог, он умер. Я просто хочу убедиться, что все кончено. Ну вот и все. Все окей, не нужно даже в него стрелять. Он просто погиб в автокатастрофе. И никто не виноват. Поехали. Но конечно, он надурит, его должен победить систему. Я 30 лет пытался это сделать. Получилось это у тебя, чувак. Думаю, что ты станешь нашим символом. Ну, спасибо, чувак. Я просто рада, что все наконец кончено. А что с паровозом? Ты сам знаешь, что с паровозом. Он всегда смотрел на жизнь не совсем так, как мы. Пировоз? Пировоз всегда держался в стороне, всегда заботился только о себе. Это самое верное на дорогу в ад, чувак. Ну или это, или 15 доз кислоты плюс солнце, мескалина. Давай-ка сообразим, что они поесть. Отлично, я не против. Прощайте, офицер. Вот и все, вот такой вот у нас с вами финал игры GTA San Andreas. Блин, да, интересно. Я прям это все дело помню. Теперь, когда все окей, мы должны оставаться на вершине. Держать все под контролем, но аккуратно. У нас проблемы в Вентурасе, проблемы в Сан-Фьерро. Это хрень никого не закончится. Точно, в смысле, все мы снова встали на ноги. Но нам нужно быть начеку, потому что нас смотрит много людей. Я пришел с миром, я мистер Кек, сам... а он с новостями. Мой, то есть наш первый золотой диск. Сашик. Я решил встать грудным. Блант, что у нас? Сюда, сюда. Я с ней стою. Ну и что дальше? Надо прошвырнуться по казино, перекинуться в кости с Узи. Нет, сначала мы разберем дело здесь. Мы нравимся на гастролем. Кого-нибудь есть обладка? Да, у меня есть, вот. А, куда ты намылился? Да, я ведусь на район. Посмотри, что почем. Да, ребят, вот финал игры GTA San Andreas. Блин, прошли мы довольно-таки быстро с вами ее, да? И на самом деле, блин, мне понравилось. Я рад, что окунулся снова в эту ностальгию, да, в эту игру. Прикольно, прикольно. Хоть не первый раз ее прохожу, но все равно было приятно в нее поиграть. Да, есть очень много багов, очень много каких-то, ну, непонятных штук, как по мне. То есть, ну, как бы, рокстаровцы могли это сделать, да, то есть исправить большинство багов этой игры, да, могли побольше над ней поработать, да, но по факту это был просто фейслифт. Фейслифт, грубо говоря, просто натянули графику, какие-то, да, функции, графику, похоже на GTA 5, что-то типа того. Вот, то есть сделали графику получше, добавили какие-то функции с GTA 5, и все. И все. А, и упростили чуть-чуть некоторые задания. Все, больше ничего, грубо говоря. Хотя могли сделать побольше. Вот. В принципе, все. Такая игра была. На прохождение, спасибо заранее, кто смотрел. Спасибо, что, да, побольше мы в этом путешествии тоже окунулись в ностальгию, да, так сказать. Кто проходил, была классная игрушка, классная. Но впереди у нас еще с вами две части, да, как минимум, из трилогии. А там еще две. То есть четвертая, пятая GTA-шка. Посмотрим, ребят.
Спасибо за просмотр, ребят. Спасибо еще раз, что побыли со мной в этом путешествии. Это был Godless Andres. Это был Godless Andres Definitive Edition. Мне понравилось, честно, мне понравилось. Перепрошел бы я ее, перепрошел бы 100%. Но чуть попозже. Все, ребят, спасибо еще раз за просмотр. Увидимся в следующих играх. Давайте. Так, а что же? А, ну все. Авторитет. О, нам кто-то звонит, подожди. Эй, как дела? Hello? Ага. Да, Кот, быстрее, сильнее, глубже. О, да, 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 да. Каталина, you sick. Get help. And you, Carl, you are jealous. На такой ноте мы и закончим. Все, ребята, давайте.